те годы были фильмы про войну, были фильмы про любовь и были еще фильмы про Ленина. Один из них назывался «Человек с ружьем». Так что он там начал сочинять? Наверное, что-нибудь насчет охоты. Да-да, это такая история. Да вы знаете, ваше высочество, пошел он как-то в лес без ружья. В каком смысле без ружья? Ну, в смысле на медведя. Не на медведя, а на мамонта. Но стрелял он именно из ружья. Нет, это кино не про охоту. Это кино про Первую мировую войну. О том, как один солдат с ружьем, с винтовкой Мосина по-нашему, свалил с фронта и приехал в столичный город Петроград, где Ленин, пока вся Россия воевала с немцами, австрияками и турками, крутанул Октябрьскую революцию. Далее все кино идет вокруг того, как великий Ленин указал беглому фронтовику, уклонисту, как теперь говорят, верный путь к источнику бесплатного кипятка для приготовления мивины. Так беглый солдатик и пригрелся в Петербурге, где по улицам сновали не только упитанные служанки, но и дамы поважнее в жемчугах и прочих драгоценных ожерельях.